Лучано Сопрани – один из знаменитых дизайнеров Италии. Ныне Лучано Сопрани – это великое имя, которое по-прежнему оставляет за собой право называться брендом и после смерти дизайнера. Простота стиля, пронизывающая все коллекции Сопрани, осталась до сих пор, несмотря на популярность и величие бренда. Успех Лучано – это его стремление и упорный труд в создании качественного оригинального стиля, его желание расширить ассортимент модной одежды и аксессуаров в мире. Как известно, Милан по праву считается и считался законодателем моды и центром производства готовой одежды. Когда Лучано начинал свой путь дизайнера, конкуренция торговых домов Италии была очень жесткой. Но великий дизайнер прошел все испытания, подготовив маленькую коллекцию одежды для компаний средней руки. С этого момента Лучано с похвальным рвением стал завоевывать позиции в фэшн-индустрии Италии, представив прекрасные коллекции одежды, аксессуаров, эксклюзивных тканей и ароматов. После смерти Лучано бренд продолжил свое существование и развитие. Сейчас концепции дизайна и стилистика продукции бренда выполнены по всем канонам Лучано Сопрани. Курьезный случай произошел в Италии в свое время. В Риме поймали ночного квартирного вора по кличке Пиппа, одетого в сногсшибательный костюм, который, как оказалось, он собственноручно скроил и сшил. Об умельце-домушнике узнал прославленный модельер Сопрани. Когда Пиппа, отсидев положенный срок на нарах, вышел на свободу, Сопрани взял его к себе на работу и проработал с ним много лет. Что же касается коллекции «Весна-лето 2008», то это кутюрный крой, аристократичные принты и гламурные акценты, такие как органза, украшенная цветами, плиссе, напоминающие о моделях кутюр 50-х годов, причем в гармонии с годами 60-ми. Общего имеют между собой мода и преступный мир. Например, итальянский эксперт по борьбе с терроризмом Пьетро Гальярди после подробного ознакомления с десятками совершенных в последнее время преступлений пришел к неожиданному выводу. Оказывается, собираясь на дело, бандиты не только прочищают и смазывают свои стволы, но и тщательно готовят свой прикид. Гальярди издал своеобразный путеводитель моды, господствующий в среде уголовников. Например, недавно пойманные в Мессине грабители банка одевались в одинаковые костюмы от Армани, а взятые с поличным члены одной из сицилийских преступных группировок были облачены в адидасовские комбинезоны. До того, как натянуть на себя тюремную робу, миланские бандиты щеголяли в нарядах от Кельвина Клайна, а зэки из Неаполя красовались в шарфиках от Версачи. Кстати, узники тюрьмы Мейс не так давно добились отмены обязательного ношения формы.
Идя им на уступки, администрация приобрела для них одежду в магазинах из сети Mark & Spencer. Однако преступники от нее отказались, сочтя предложенные им туалеты чересчур консервативными. В конце концов, по их требованию купили спортивную форму фирмы Reebok. Когда же начальник тюрьмы приказал перевести группу опаснейших террористов в другое помещение, то они устроили бунт и выдвинули условия выдать им дизайнерскую одежду стоимостью 8 000 долларов каждому. Косовские бойцы отстаивают национальную независимость не иначе, как в джинсах от Кельвина Кляйна и адидасовских кроссовках. Не отстают от них и повстанческие отряды Сьерра-Леоне, а также ближневосточные группировки Хамас и Хазбалла, делающие естественный выбор в пользу комфортной и просторной одежды модных спортивных фирм. Среди уголовников Лаоса популярны джинсовые шорты и футболки с портретами кинозвезд или известных спортсменов. А вот их коллеги из Южного Китая отдают предпочтение длинным серым плащам с огромными накладными плечами. Такая мода вызвана вовсе не суеверием. Просто щупленькие от природы китайцы думают, что чем солиднее они будут казаться людям, тем меньше у тех будет желания оказывать сопротивление.